мы знаем, как устроен радиомаяк. Наш стук сердец звучит, как сотни мегагерц. Вся наша жизнь, как миллиарды микросхем. Связист, держись, ведь помогать ты должен всем. Не могут работать в аэропортах без связи все службы, а в небе пилоты. Всегда мы на месте и связь обеспечим, и может спокойно работать диспетчер. Обслужим отлично обзорный локатор, пусть светится ярко его индикатор. И борт заходящий сейчас на посадку, всегда был уверен, все будет в порядке. Радар всегда покажет, где сейчас борты, что связь ведут землей с огромной высоты. Мы хотим, чтобы экипаж в эфир нигде не выходил на аварийной частоте. Не могут работать в аэропортах без связи все службы, а в небе пилоты. Всегда мы на месте и связь обеспечим, и может спокойно работать диспетчер. Обслужим отлично обзорный локатор, пусть светится ярко его индикатор. И борт заходящий сейчас на посадку, всегда был уверен, все будет в порядке. Легко прочтет любую схему наш связист, подавит шум, чтоб был эфир кристально чист. Спаяет блок и километры проводов. Ну а потом он отдыхать идти готов. Не могут работать в аэропортах без связи все службы, а в небе пилоты. Всегда мы на месте и связь обеспечим, и может спокойно работать диспетчер. Обслужим отлично обзорный локатор, пусть светится ярко его индикатор. И борт заходящий сейчас на посадку, всегда был уверен, все будет в порядке. Как ощущение? Шикарно, замечательно. Честно сказать, одна из самых лучших поездок. Спасибо.